Здравствуйте, люди, здравствуйте, не люди, с вами снова я, с вами снова я. Не первый, не первый, но и не последний московский видеоблогер. И вы находитесь на канале «Московский обжор», и сегодня уже на улице 16 марта 2018 год. И это обжор, очередной обжор. А знаете на что? Да вот на что. Вот на такое вот кофе. Кофе, это в моем случае кофе, называется от фирмы Москафе индийский кофе. Кофе высшего качества. Вот я уже его в нужном мне количестве заварил. Две чайных ложечки положил вот на такую вот маленькую, ну средненькую чашечку. И три чайных неполных ложечки сахарного песочку. Вот, все это дело я как следует перемешала. И буду я сегодня, знаете, с чем это кофе-то хоть употреблять? Естественно, я отрезал три ломтя белого хлеба. И вот такую вот я буду сегодня пробовать, дегустировать колбаску. А называется Останкино, Останкино, ГОСТовская колбаса молочная, вареная колбаса, произведена в соответствии с межгосударственным стандартом. Давайте попробуем. Ну, уже вы, наверное, уже обратили внимание, колбаска-то уже начата. То есть уже моя Ленка, моя девушка, уже где-то вот столько вот уже скоммунизила, отрезала себе и вот уже кушает в соседней комнате. Вот видите, да? А осталось вот столько вот. И вот сейчас я буду пробовать, я еще, если честно, ее не пробовал. Ну все, ребята, сейчас я ее порежу и обжор на это начинается. Все, поехали. А сегодня 16 марта, на улице в Москве с утра такое светит яркое-яркое солнышко. И вы знаете, это солнышко очень сильно уже греет. Вообще с меня аж даже пот течет. Вот я себе сделала три бутерброда, видите? Три бутерброда. Вот. И сейчас я буду их употреблять. Ну все, теперь точно все, щеглы, поехали. Обжор начинается, дегустация на моем канале. Московский обжор. Из-за сильного солнца я даже ничего не вижу. Очень сильное сегодня солнце. Как никогда. Давайте попробуем. Да, колбаса очень сочная. Нежная. Вкус действительно такой молочный. Отличная колбаса, да. Она и стоит отлично. Это я просто по акции взял, так она очень дорогая. Так что завидуйте. Специально я опять сегодня одел эту футболку, специально на зло вам, чтобы вас подразнить. А то некоторые умственно отсталые говорят, что, дескать, я, когда эту футболку одеваю, я сам себя позорю. Почему-то я сам себя позорю. Я что, в ресторане нахожусь? Я нахожусь у себя в голубятне. Хочу сразу сказать, кто юмора не понимает, тот знаете кто. А, я уже забыл.
Сейчас же идет это весеннее обострение. Вот поэтому вы мне и пишете всякую грязь в комментариях. Я и забыл. Вот я сижу и думаю, какую же мне поставить этой колбасе оценку, если мне она очень понравилась по вкусу. Сейчас поставишь пятерку, опять буду оскорблять. Охлажденная свинина, говядина. Да, состав очень хороший, маленький. Поставлю пятерку все-таки. Сочно очень. Колбаса только это невыгодно, очень быстро уходит, потому что вкусная. Я еще себе четвертый бутербродик сделала. О. Исчезли солнечные дни, и птицы улетели. На-на-на-на. Да, солнце сильно припекает, я уже весь мокрый. Вот только что солнышка не было, была такая тень, а сейчас опять солнышко выглянуло, опять стало жарко. Послезавтра мы пойдем с Ленкой голосовать на свой избирательный участок. Поэтому, мои хорошие, не забудьте 18 марта 2018 года прийти на свои избирательные участки для того, чтобы сделать свой голос. Девушка моя говорит, что она будет голосовать за этого, за Путина. Ну и я также буду. Ой. Вкусно было, хорошо. Ну все, да, от солнца прям это меня в жар бросило. Ну, на этом все. Не забывайте подписываться, мои хорошие, на мой канал. Не забывайте ставить пальчики кверху, то есть лайки. Не забывайте также ставить дзы, пальчики к низу. Если вам, конечно, от этого легче. Сейчас же, да, весеннее обострение.
Поэтому ставьте больше дизов. Не забывайте также делиться моими видео в ваших социальных сетях, особенно ВКонтакте. Не забывайте также цикличная запись. Не забывайте также про колокольчик. Дзынь-дзынь-дзынь. Тра-ля-ля. Колокольчик звенит. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну и все, в принципе. И у вас тогда будет все шито-крыто. Будьте людьми, будьте умными людьми, будьте адекватными людьми. Вот такие пироги. А это надо выкинуть. Пока.